Да, то есть не придумывайте чего-то очень сложного. Я сейчас как-то так хитро придумаю. Сделайте что-нибудь простое. Чтобы потом воспроизвести в точности. Потому что если вы поставили якорь руководителю, например, а потом на совещании якорь был такой, а на совещании вы... Ну не знаю, какой может быть эффект. Разный. Хорошо. Да. Вопрос. Если получается в беседе, да, кто-то ставит якорь, а второй, ну, заметил, кому ставит якорь. Заметил. Это, ну, сработает этот якорь или нет? Если пока, ты его следил. Пока я не отвечаю на этот вопрос, и Лену тоже попрошу никак не отвечать. Да. Для того, чтобы мы это выяснили, с вами в опыте. Хорош. Говорить, пора делать. Согласны? Да. Образуем. Это было просто почухивание? Да? Да, я просто думал, что это рука. А, давайте сделаем... Убейте его. Отлично, якорь надо закинуть чем-то. А, давайте сейчас сделаем так. Мы образуем пары. В этих парах, пожалуйста. А, задание такое. А, первый. Мы сейчас будем делать точно так же, как с Ириной. Первый человек вспоминает какое-то позитивное состояние. Например, такую музыку. Что-то ресурсное очень, да. Что-то очень ресурсное, например, такая мелодия. Вспомните, лучше, если это будет какой-нибудь образ, да? Ну, так, чтобы картинка какая-то. Мы с вами пришли к состоянию, которое бы можно было легко воспроизвести. И вы ставите якорь. Очень просто. Попробуйте отследить этот. Пожалуйста, не делайте это много раз подряд. Я когда-то, когда был совсем пацаном, попал в детскую больницу. И там была практикантка, медсестра. Она пришла ребенка колоть. И вот она пришла со шприцом. И пыталась... Она, и страшно было, невероятно. И вот она подходит к пацану и пытается ему сделать укол. И она так чуть-чуть протыкает кожу, а потом вынимает обратно и говорит: «Ой, извини! Ой, извини! Ой, извини!» В общем, она решето сделала из диагнозиса. Она просто боялась, извините меня, просунуть дальше. Да? Не уподобляемся этому, хорошо? Просовываем сразу. Итак, ставим якорь. Смотрим, как он работает. Последовательность такая. Просите человека вспомнить о ресурсном опыте. Да? Ставите якорь. После этого состояние разбиваете. Вы уже знаете, как. Мы здесь и вставали, и отвечали на какие-то вопросы. После этого что делаете? Что мы делали с Ириной? Просто якорь включаем, не затрагивая ресурсную тему. Я, между прочим, попросил вспомнить что-нибудь так себе. Не очень. А, средний такой? Угу. Да. Средний паршивый. Для чего это? Разницу. Заметить разницу, совершенно верно. Хорошо, опять разбили состояние. И потом ставим ресурсный якорь. Хотите, можете вспомнить что-то нейтральное. Я предлагал что-то нейтральное. Заметили? Я не подсовывал какой-то контекст большого содержания. Вспомните что-то нейтральное и ставьте, активируйте ресурсный якорь. Пусть сейчас якоря, с которыми вы будете работать, будут какие? Кинестетические. Кинестетические? Поработайте с кинестетическими якорями. Пожалуйста, сейчас, если вы образуете пары, в которых девочка-мальчик, то ребята и девчонки, если вы ставите кинестетический якорь, поставьте его хорошо. Да, объясню почему. Если я вот так вот коснусь Вики, вот так вот смотрю, одним пальцем и быстро вот так, то ее тело, ее кинестетика получила минимум информации. Это неправильно. Если я собираюсь ей поставить кинестетический якорь, то я сделаю это так. Так, чтобы она ощутила. Она уже ощутила. И дам ей прочувствовать. Кинестетика наша инертна, понимаете? Если я что-то заметил, это быстро. А в ощущениях это должно пройти какое-то время. Если вы образовали однополую пару. Это тоже очень интересно. Если вы образовали однополую пару, условия тоже. Да? Если вы положили ему руки на плечо, если Дима положил, да, то дайте ему это прочувствовать. Хорош играть в какую-то там «я не такая, я жду трамвая».
Мы сейчас с вами учимся манипулировать. Мы учимся друг другу дарить ресурс. Вы бы очень интересно наблюдать за инелперами на первой и второй ступени и на 8-9. Там сидят пацаны, держат друг друга за колени, нормально так щупают. И не помню, возникает никаких мыслей, типа, я не проходил. Хорошо, давайте заниматься делом, а не какими-то нелепыми трактовками. Если вы ставите кинестетический якорь, а вы сейчас его будете ставить, то вашу кинестетику, да, человек должен ощущать как следует. И, пожалуйста, не делайте это. Будьте экологичны. Давайте, это простое упражнение, правда простое? Да. Поэтому буквально по 5 минут в каждую сторону. Поехали. Новые пары, все время новые пары. Давай.